Зашли вот в овощной отдел, фруктовый точнее. Вот цены. Китайская груша. Меньше 80 рублей. Да. Меньше 80. Яблоки. Но яблоки 200 рублей вот эти за килограмм. Эти тоже 200 рублей. Так, идем. Это что это? Это я даже не знаю. Это помело. 80 рублей. Вот дуриан. Самый вонючий. Самый вонючий, который запрещен от провоза. Стоит 520 рублей, да, килограмм. Ну, как раз такая... Ой, бля, колючий какой. Сука. Уколол руку, бля. Как гад, какой колючий. Вот, сука. Я даже палец проколол дурианом, бля. Это кокосы а такие. А вон тут зеркало. Кокосы 780. Привет. Вижу себя. А вон, видишь себя. Это дуриан, можешь взять дуриан. А там почем мы смотрели? Не знаю, там чищенный. Да ну, дыня, 100 рублей. Кстати, дыня нормально, 100 рублей. Дай-ка я возьму дыньку. О, вот эту вот. Какую возьмем? Во, возьмем дыньку сейчас с собой. Не знаю, хорошая или нет. Вот китайские груши набрали. Может, он там поменьше. А большая идет, думаешь? Я не знаю, килограммов 3. Это что, я не знаю такое. Похоже, да, как на лимон какая-то хрень. Ананасы. 50 ананасы. 50 рублей килограмм. Вообще дешман. 50 вот рублей. Бананы. Это папайя. Папайя большая, маленькая. 2,98. 60 рублей килограмм. Бананчики. Бананы дорого. 5,30. 100 рублей. Да. Алиса, а какой ты был в грушке? Вот это еще дешевле. 28. Вообще 60 рублей килограмм. Да она уже пропадает. Ну давай ее возьму, она мягче. О, вот эта груша вообще моя тема. А те твердящие. Она так делает, афера. Все выкладывает. Эти берет. Какие выбирай. Сейчас. Так, вот эту. Какие-то самый... не прям необычные. Да. Обожаю китайскую грушу. Блин, возьму побольше. И цена, блин, 60 рублей. Возьму побольше, сразу же доберу. Не 60 рублей, 50 с лишним рублей. Сколько там? Хватит. Все. Хватит, ты еды не взял. Вот это что такое? Не знаю, груша, наверное. Какие-то то ли яблоки, то ли что это. Киви. Дорого. 170 рублей. Ага. Вот это что такое? Непонятно. Я пойду мандарины. Давай, давай, давай. Вот. Мой любимый фрукт. Это маракуйя. Мой любимый фрукт. Но мы уже его накупили сегодня. Тут он стоит 150 рублей. Мы брали по 130 на улице. Вот это тоже забыл, как называется. Но очень вкусно. А вот что это? Очень вкусная вещь. 240 рублей. Мандарины выходят меньше 80 рублей. Мандарины вот, да. 68. Что тут у нас еще? Лишний. Яблоко. Тут много очень косточек. Твердо-твердо. Один раз об них чуть зубы не сломал. Вот это вот ни разу не пробовал. Что за потеха, даже не знаю. Драконий глаз. 150 рублей килограмм. А вот уточка по-пекински. Уже готовые. А вот нарезанные кусочки. Ножки.
Лапки маленькие. 12.40. Сколько лапки? Желудочки. Вот утка по-пекински уже нарезана кусочками. 27.50 вот такая. 270 рублей. Ладно, это следующая съемка.